Приветствую вас, друзья мои хорошие, выживаем 7 Days to Die. С вами Лесперс. А здесь куча зомбаков, и вырубил я нафиг все эти деревья. Ну, во-первых, потому что мне нужно энное количество древесины, чтобы укрепить свою базу, да? А во-вторых, затем, чтобы... Ну, потому что они некрасивые, когда они такие вот реально огромные. Когда вот такие маленькие, еще как-то симпатично, да? Не перекрывают обзор и вполне себе придают атмосферности. Но когда они такие здоровые, рядом с домом стоят, это уже, как вам, не перебор. В общем-то, вечером этого дня придет Орда. Я хотел бы к ней подготовиться. Кстати, мне один подписчик сказал попробовать разобрать вот этот долбанный автомат. Ну, вроде... разбирается, кстати, только я с него запчастей не получаю. Давайте-ка мы уменьшим, наверное, его прочность до того момента, когда мы сможем его свинтить. Вот так вот где-то, да? Вполне себе. Давай. Вот так. И нифига, ребят, я просто раздуплил этот аппарат, не получив взамен ничегошеньки. Ну, как-то так. Вот это что? А вот это металл. Вот это зашибись. В таком вот неприглядном виде он здесь лежит, надо собирать. Ладно, здесь мы все облутали. Кстати, вот что я хотел сделать, ребят. Корзинки вот эти тоже разбираются на составные части. А именно, они разбираются на механические детали, которые мне нужны были. Я не помню для чего. Но я помню, что они мне реально были нужны. Кстати, мусорный бак тоже вроде бы, да? Сейчас посмотрим. Что-то с него ценного выпадет? Нет, только металлолом, ребят. Все остальное как бы полная вата. И что у нас здесь? Кстати, ткань. Давайте ткань, наверное, я пособираю. Мне нужно все это будет дело оттаранить к торговцу. Для того, чтобы прокачать себе. Слушай, здесь, походу, уже... Оба-на. Ресанулся весь лут. То есть у меня там стояло 20 дней. Ну да, день-то уже 22-й. Оба-на. А, так, это что такое? Мини-байк для чайников. Кстати, мы его уже умеем. Схему кувалды я тоже вроде как уже умел. Слушай, ну если такая есть возможность, то почему бы и нет? Каркас что-то здесь забыл. Давайте вот этот тогда ближайший супермаркет. Еще разочек по фасту лутанем. Ну и, кстати, не везде появляется что-то полезное. Ладно, говнишка пусть будет тоже. Я не знаю, для чего оно используется, но имеет, наверное, смысл его оставить. И да, у меня проблемы с перьями, мне бы стрел. Чем больше, тем лучше. Ну что ж, вроде все, что я хотел, проверил. Сейчас я, наверное, пойду еще порублю деревьев и как-нибудь укреплю базу. При этом, конечно же, в итоге покажу, что получилось. И, кстати, да, ребят, если уж у нас все здесь как бы восстановилось, да? У меня есть рядом совершенно прикольный оружейный магазин. О, может быть, найдем какие-нибудь составные части. У меня АКшка там недособрана, еще что-то. Привет, толстячок. О, ваня. Ну, кувалда, она просто отлично с вами справляется. 3 удара, 8 дырок. Хотя какие дырки, там просто от головы ничего не остается. Даже с какого-то расстояния ты меня почувствовать смог. А, нет, так это не он. Здесь есть другой господин. Бежать. Ну и с тобой придется тоже разобраться. Ты смотри, а. Они друг за друга вообще четко врубаются. Ух ты, поросенок. Эта свинья, походу, хочет залутать наш магазин. Я не дам ей этого сделать. Кстати, нужно ли мне мясо? Я так от базы недалеко нахожусь, поэтому... Кстати, тележки, я говорю, вот надо разбирать. А лута с них не сильно много, зато вот механические части. И это то, что я хотел бы. Ну и все, здесь у нас пусто. Давайте осмотримся же внутри.
Еще целая куча тележек. Так, в смысле, а здесь, походу, еще... Да, здесь, вы знаете, еще ничего не восстановилось. Абсолютно. Ну все тогда, ребят, пойду я дальше лутать и укреплять базу. Ну и что, ребятки, вот, собственно говоря, вот так вот я хотел заморочиться, да, и немножечко укрепить свою базу. Посмотрите, это будут шипы просто вот в эти стороны. То есть мы на стены вот так вот все это дело распихаем. И я думаю, зомби, им будет гораздо сложнее сломать наши стены, они этим чистенько грешат. И довольно у них это неплохо получается. Но вот так вот будет, конечно, куда сложнее. Как по мне, идейка на миллион. Вот. Ну что ж, сейчас я все это обнесу по кругу и потом продемонстрирую вам как бы итоговый результат. Да, кстати, ребят, обалденная вещь этот гвоздомет. Я не перестаю удивляться, насколько же мне стало сподручно, допустим, все это вот восстанавливать. Или же, наоборот, грейдить, да? То есть, не подходя и вообще издалека можно совершенно спокойно все это сделать. Блин, если будет он у вас, пользуйтесь, наслаждайтесь. Вещь действительно годная и стоящая. Ну что ж, продолжаем укреплять свою базу. Опа-на, ребят. И, собственно говоря, вон в том районе, где далеко... Ну да, опять смотрите, на окраине города сбросили аэродроп. Сейчас я да улучшу, наконец-таки, дочиню свою базу. Единственное, что я, конечно, очень жестко нуждаюсь в металле. Блин, если у кого-то есть какие-то идеи, где его можно нарыть в каких-то больших количествах, чтобы я мог все свои шипы улучшить в железо именно, потому что там гораздо больше... прочности, в общем-то, у них. Пожалуйста, отпишитесь в комментариях, я вам чертовски признателен буду. Потому что я не могу не починить свои шипы, которые уже здесь установил, ни, собственно говоря, проапгрейдить новые. Такие дела. Ну и все, вроде как бы починка-то она завершена. Все, что смог, я... починил, да, вот как же удобно, смотри, через несколько рядов шипов я могу просто раз-раз-раз и как бы в дамке, оп-оп, и в дамке, в общем, чики-брики и в дамке, или как там было в сталкере-то, да? Ладно, можно считать, что укрепление базы на этом какую-то часть мы закончили. О, то есть все шипы, насколько вы видите... здесь починены и проапгрейжены. Я думаю, вот через такие ряды укреплений зомбакам будет прорваться гораздо сложнее. Ох, кстати, у меня инвентарь пустой. Есть, наверное, смысл прямо сейчас... Подожди, что у меня там по статусу? Ну, нормально, по идее, только немножко просел. Я думаю, где-то мы это по дороге сможем найти. Сразу заберу я аэродроп. А на обратном пути, кстати, там, насколько я понял, насколько я выяснил, можно где-то будет посмотреть. В общем-то, у торговца есть какое-то время, которое кдшится, в течение которого товар обновляется. То есть там, ну, день, два, ну, я не знаю. Нужно сбегать да посмотреть, когда у него произойдет обновление товара. Я так и не нашел, потому что это штангель, циркуль и набор инструментов, а без этого дела я не могу крафтануть себе те же гильзы. Ну а, как вы понимаете, без гильз я себе не смогу сделать патронов. То есть сколько у меня было вообще гильз, вот я еще немножечко нашел, я накрафтил патронов. Но этого мало, это реально мало, вы же сами осознаете, что эти 90 патронов улетят просто в путь. И это будет даже еще... не середина, так скажем, орды, которая сегодня нас решит, как всегда, взять штурмом. Ладно, погнали дальше. Ну что, ребятки, мы подбегаем к тому месту, где предположительно валяется аэродроп. Ну как предположительно, сейчас-то я его четко на карте вижу, но если бы я не включил отображение аэродропа, я бы долго за ним бегал. Вот его серьезно очень плохо видно. То есть, ну как... видно, конечно, но в
торопях ты его реально не заметишь. Особенно если много какой-то растительности будет по дороге, да? Ну или какая-то такая местность. О, кстати, подожди, а почему у меня здоровья так мало? Ладно, может быть, пока улучшал коль, я на них немножечко, так скажем, проторчал. Что это было за звук такой, я аж испугался. Ладно, все, что схема гвоздомета, наконец-то. Читаем. Ресивер снайперки, немножечко антибиотиков. Кстати, для меня они сейчас уже... Ёптыть, так это медведь. А мы его завалить с вами сможем, нет? Можно попробовать, конечно, читернуть. Я не знаю, получится, нет? Как-нибудь... Вот так вот давайте сделаем. Миша, где ты там, родимый? Иди сюда. О, попал. Загрел я на себя на эту же животину. О, давай, подходи. Я надеюсь, он не будет ломать мои каркасы. Да что ты. Ну, блин, таким макаром... А, нет, смотри, ломает. Говнюк ломает каркасы. Поэтому нужно его как-то по-быстрому ушатывать. Накось. Накось еще. И еще. Давай. Отлично, ребята. Я сейчас еще и мясцом разживусь. Так, где-то у меня даже нож был. Именно на такой редкий случай появления какой-то животины. Здесь много жирка, чертовски много шкуры и мяса. Вот так вот, да. Кости тоже, наверное, добудем. Ай, опять все сломал. Ну все, сейчас я добегу до базы, выгружусь, возьму... На всякий случай с собой денег. И попробуем еще раз сгонять к торговцу. Я хочу посмотреть, где же это пишется и пишется ли это вообще. А ну, разоралась ты, смотри. Ой, нафиг я это взял. Так, а здесь-то у нас что? Давайте-ка проверим. По какой-то причине я не осмотрел вот этот ангар. Так. Гостей здесь не видно. Гостей из будущего, да? О. Так, да будет свет. Угу, тут ничего. Бумага, ладно. Так как у меня есть слоты. О, имеет смысл ее взять. Ну и все, ребят. Чё-то, ребят, как я погляжу, некоторые дома остались мною вообще не исследованными. Вообще не понимаю, почему так. Так, тряпьё я возьму. Только ради одной цели мы сможем продать все это дело этому торгашу. Ну и как бы прокачать навык. Смысле? Ты смотри, как сделано, а? Просто холодильником забаррикадировали дверь. О, юбочка. Не, я не трансвестит, поэтому тупо все на переработку. Очки летчика. Ну, давай. Ну что ж, блин, придется как-то вскрывать все это дело. Кстати, с холодильника тоже ништяки есть. Слоты у меня есть, поэтому давайте его разберем. Ничего из меня еще не сыпется? Нет, ничего абсолютно не сыпется. Меня просто интересует, как до хозяина так дошло и вообще живой ли он. Вообще, наверное, должен быть... Так, ну на переработку же. Да ё-моё, господи. Какая-то дурацкая баночка. Переработать. Вот это тоже на скрепчик пойдет. Жив ли хозяин? То есть, ну, смысл вот этой идеи мне понравился. Чтобы перегородить проход к своему жилищу, да? То есть, вот это тоже уходит на скреп и на всякие механические электрические части. Смотрите, здесь тоже забаррикадировано столом. Но хозяина я не вижу. Вот же ж интересная тема. А где хозяин? То есть домик-то такой вообще годно заставленный.
Зрения нет места. Вот это надо сразу использовать, но пейнкиллеры я возьму. Кто-то где-то шипит, что ли? О, шторки. Шторки тоже это ткань. Ну, оно и логично. Давай, скрываем. Вот это выкинуть. Всю ткань собирать. На ткани можно будет хорошо подняться. По прокачке. По бартеру, да? Так, какие-то трубы. Ну и пока что ничего больше интересного нет. Есть чердак. Может быть, мы хозяина еще и там найдем. Ух ты. Нафига вот эта комната вообще нужна? Переработочка. Это тоже переработочка. Ладно. Пока не густо. Не густо мы с этого дома вынесли всякого разного, но... Возможно, что-то в самом конце меня... А, здесь сейф. Ну, я понял. О, ну что ж, буду тогда вскрывать. Давай, родимый, давай. Последний удар. Ну. Вот так. Молодец. О, смотри-ка, части дробовика, ствол дробовика, рукоять пистолета и... Ну, здесь есть то, что меня может заинтересовать. Кости нафиг. Железный наконечник я переработаю. А, грязная вода, да нафиг она не нужна. Так, ну, бумага. Вот это и... Блин, ну и все, бумага пошла лесом тогда. Все остальное как более ценное для меня на данный момент. Все, теперь-то я уж точно, наверное, доберусь до своего убежища. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Так, деньги. Давайте возьмем денежки. Я вроде бы такой, в общем, лут сбросил. Мне бы по-быстрому просто пробежаться. Что-то еще ему продать можно, такого ценного нет. Даже не знаю. 67 кожи, здесь 80 кожи. Давайте ему кожу еще забагрим. Хотя не всю, половину. Вот, это хоть как-то прокачает мой скилл. Но самое главное, что я просто хотел, это... Подожди, тогда для того, чтобы это сделать... То есть я хотел просто до него добежать и посмотреть, через какое время у него произойдет обновление лута. Кофе одно в дорогу туда, другое в дорогу обратно. Может быть, если у него есть сразу эти инструменты, сразу их взять. Потому что я их нигде почему-то найти не могу. А все магазины, которые только мог осмотреть, я уже осмотрел. Так, вот это на быстрый слот. Ну и все, ребят. Стартанули, увидимся уже около торговца. Подбегаем мы уже к этому торговцу. Да что там, кто там? Иди сюда, где ты там есть? Ах ты, бедняга. Ладно. Ты еще не сдох, что ли? Вот живучий же, затычку с него какую-то только поимели. То бишь ручку для двери. Так куда у него ручка для двери? Вот это надо дело закрыть. Ну и все. Самое главное прочекать или же сразу же купить. Сколько у него там это может стоить? А ну... Да, вот смотрите, 1 час 31 минута 44 секунды. Через это время у него, как бы, все это дело обновится. Так, ну что, кожу? Кожу продаем, стоит оно не так уж и много. Может быть, хотя бы мы скилл прокачаем. Давай. Товаров у меня не так много, поэтому, ребят, придется вам послушать этот звук. На самом деле, я бы, конечно, может быть, его и повырезал, но... Как бы здесь... Не тысячи у нас всякого лута. Было бы тысячи, было бы, конечно, куда хуже. Давай, родимые. У меня у самого уже уши пухнут. Но, кстати, баночку тоже надо сбагрить. Вот это продавать не буду. Кстати, у него патроны должны быть. Может быть, если мы не найдем у него... Ну, бартер потихонечку качается, но всего лишь 13 уровень. Это очень мало. Реально очень и очень мало. Поленья? Ты их тоже? Нет. Поленья ему нафиг не нужны. Броняться он не хочет.
О, смотри, частик АК-47. Мне как раз, по-моему, части нужны были, да, чтобы его построить или нет? Шлем спецназа. А я, по-моему, такого не видел, нет? А, тяжелые наручи бандита. Смотрите, к радиации и огню, насколько дофигища дает защиты. Колющий удар к оглушению тоже. Блин, ну, 2500. Это, кстати, немного. О, очки ночного видения. Обеспечивать небольшую защиту. А, но не работают они, ё-моё. Каски, понятно, дорого. Колеса мини-байка, ребят. Вот это вот надо брать. 2600. У меня практически все детали. Сразу бартер прокачался. У меня практически все детали есть для мини-байка. А колес нету, я не знаю, где их взять. Или где их можно крафтануть. А, торговый автомат, все это шляпа, части для дробовика нет. Ну, наручи и военные поножи. Дорого, дорого. Это очень дорого для меня. Так, схема арбалетов, ботинки. Из этого тоже мне ничего не нужно. Железные кувалды, кстати, появились в продаже. Фары, электроника, банки всякие, патроны. Кстати, по патронам, боеприпасы. Так, с 9-миллиметровых патронов у тебя сколько? 108 штук на 4000. О, нет, 108 за один, это очень дорого для меня. Почему гильзы так дорого стоят? 70, это тоже немало. Это даже дороже, чем уже готовые патроны. Твою налево. А, нет. Ну да. Ай, фиг с ним. Как-нибудь обойдемся. Ну все, у него больше ничего интересного нет. Самый ништяк, то, что я взял шины. Возможно, ребятки, после нападения Орды я... Открывай ворота. Закрывай ворота, где кто? Вроде никого не вижу. Возможно, после нападения Орды я как бы следующей серии уже... Чё это за нахрен? А, пугает. Рецидивист долбанный. Его даже не видно. Вот так вот, конечно, его... Воу-воу-воу-воу. Побежали, побежали. Откуда у вас тут столько, ребят? Это я возьму. Ну и все, обратно до базы, как бы, последние приготовления перед Ордой. И, возможно, уже вечером мы с вами увидимся и начнем отбиваться от бесчисленных толп этих зомби. Такие дела. Ребят, у меня была какая-то жесткая жажда. Я думаю, дай-ка добегу хотя бы водички хавануть. Добегаю, решил попить, и у меня какой-то дрищ пробил. Теперь, походу, будем бежать и дристать. Ну ладно, это лучше, чем умирать от жажды. Как бы. Ну, тем более в играх про зомби положено немножечко подсирать. Давайте хотя бы так это будем делать. До базы осталось совершенно немного. Я здесь осматриваю еще прочее разное. Все-таки поиск лута тоже прокачивается от того, что мы суем свой любопытный нос во всякие мешочки, которые валяются, да? По дороге он попадаются всякие останки зомби и прочего, я не знаю. Почему-то зомби дохлые бывают не облутанными, но они валяются в тех местах, где я фактически, наверное, и не был. Вот это вот самое интересное, как они там сами по себе помирают. Сейчас вот этого товарища приголубим здесь. А ну, ходишь тут, у меня понос от вас. Кстати, чай из золотарника у меня, по-моему, был, но на всякий случай я его соберу. Чайку себе сделаем. А то во время Орды с незакрывающейся жопой будет не очень приятно бегать.
просто валялись шины, ребят. Я их разбил и получил колеса мини-байка. Можно было не тратить 2 косаря, но 2 косаря я за качественную вещь отдал, и я об этом не жалею. Вот такая вот шина валялась. Оп, вот так вот ее разбил и, собственно говоря, получил колеса мини-байка. Оказывается, было все куда прозаичнее и проще. Выносливость кончается. Все это из-за дурацкого поноса. Вообще сил на него уже нету. В прямом и переносном смысле. Давай, родимый, мы уже практически дома. Последнее мгновение, блин. Последнее усилие. И вот она, родимая хатка. Так, чай из золотарника. Красный чай, он тоже дизентерию снимает. Отлично, пьем. Замечательно. Наконец-то у нас закрылась с вами пятая точка. О, ладно, последнее приготовление для Орды, и уже увидимся именно в момент нападения. Ребят, я же там в аэродропе, даже в сейфе залутал всякого полезного лута. Так, а ну... нет, это не то, подожди. Вот, у нас есть дробовик недособранный, давайте-ка мы его дособерем. Отсутствует ресивер. Вот, ребят, как раз ресивер подъехал. Все, теперь у нас есть дробовичок. Ну, качество, конечно, так себе, но что поделаешь. И охотничье ружье есть. Кстати, ствол дробовика можно будет сейчас, наверное, как-то объединить. Давайте посмотрим. И реально нам здесь не хватает только... приклад. Какой нахрен? Нам здесь не хватает приклада. Приклада у меня нету. Приклада у меня нет, у меня есть пистолеты и части для дробовичка. Вот такой вот обломочек. Но хотя бы дробовик у нас есть. Как он вообще выглядит? Давайте посмотрим. Ну, кстати, слушай, что у меня там было? У меня там был, по-моему, обрез, да? Ну. Хоть как бы разницу мы заметим. Ну, конечно, заметим. Смотрите, ствол подпилен. То есть это видно невооруженным глазом. Интересная тема. Ладно, обрез здесь лежит. Патронов у меня на него вообще мало. Поэтому можно даже не... Кстати, я могу накрафтить. У меня немножечко гильз есть. Ладно. Продолжаю готовиться. Ну что ж, ребятки, кажется, начинается это дело. Вот. У меня пролагнуло. Давайте, наверное... Ну, обрез это хорошо. Я хочу взять дробовик. Из дробовика я еще не стрелял, вот эта вот кирка мне пока не пригодится. Патронов у меня мало, скрафтить я их не смог. Скрафтить я их не смог только потому, что у меня тупо не было... Ах ты, ё-моё, я факела-то поснимал. Так, подожди, я вот здесь свой проход, люк не закрыл, да? Но я вообще молодец. Давай сюда. Ребята, я здесь. О, вот они, красавцы. Давай, давай, братишки, сестренки, а также их родители. Волшебные стрелы в голову не хотите ли? Нормально. Слушай, ну вот они падают и продолжают ломать. Я не понимаю, как их усмирять. Это... ну не должно быть такого, ребят, ну. Вот я голову ее не вижу. Посмотрите, она просто тупо в текстуре. Шла вон. Кто тут еще есть? Я не знаю, понравилось ли им мои укрепления. О, ребята, смотри, какая шняга прибежала. Ты, слушай, меня докучал в этом, в городе. Ты еще решил за мной здесь побегать, да? Ну, офигеть теперь, а. И смотри, стартанул по шипам. О, без ног остался. Я же говорю... Каждая орда, она все сложнее и сложнее. Я вообще не представляю, что с нами будет через несколько, как бы, циклов, если я здесь нормально себе укрепление не сделаю. Да иди на... Давайте хотя бы постреляем из огнестрела. Ну почему нет? Хочется, хочется. Давай перезарядить хотя бы. Где там? Кто там? Я не вижу вас. Где-то вот у него там голова, но... Но я вроде бы не попадаю даже по нему. Текс. Дробовичок, дробовик. А, дробовик у меня тоже есть. Собаки еще, что ли? Слышите, визжат?
Да-да-да-да-да, смотрите, собаки, ребят. Офигеть, они прыгают, смотри как. Ты ошалела там, что ли? Собачья морда твоя. Да, и шипы, они просто Ё-моё, что так все покраснело-то, а? Я аж пугаюсь. Настолько здесь много NPC-шек, что игра вообще тупо пролагивает. Ну чё, я думал, мы тебя уже приговорили, нет? Нифига подобного. Еще один. Охренеть! Я не хочу встречать эти ночи где-то на улице, вы посмотрите. Интересно, если бы я не посетил этот город и, как бы сказать-то, не видел вот этих вот новых зомби, они все равно пришли бы, появились или же нет? Да хорош, вы там где? Блин, может быть, какую-то... Куда ты пошла лежать? Блин, кого надо больше бояться, меня или этих зомбиков? Я здесь. Мама! Вот это фейлик был. Не знаю, что-то мне захотелось прям пофаниться. Тихо. Давайте свет, наверное, включим, я никого не вижу. Бэм. Так, ну ползучих можно. А, все. Хорош. Ну, с пистолетом у меня дела, конечно, совершенно скверные. И как бы у меня перелом ноги. Я тупо не допрыгнул. Готов? Нафиг пошел. Братиш. Все, что ли? А, нет. Вот и медсестра подъехала. Я скорую это не вызывал. Вы что, детки? Хотя нет, у меня нога сломана, все правильно. Это здесь автоматизировано, ребят, весь этот сервис. Воу-воу-воу-воу, тише-тише, птина. Чумная собака твою налево. Два часа. Я думаю, я проживу здесь. Есть у меня еще некое количество патронов. Оба-на. Тихо-тихо-тихо-тихо. Кто-то бежит. Оба-на. Слышь? Это какой-то чувак. Регби, не регби играл. Как они, типа, футболисты называются? Да лежит и уже развякался. О, толстячок бежит. Тихо. Блин, ну давай слезь ты с этого. От фак, а. Пошли нафиг. Так, мне завязывать нужно с этим делом. Иначе я так и кони двинуть могу. О, господи. Давай пей. Тихо, тихо, нет, 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 нет. Я это успел. Так, надо перебинтоваться, вот у меня кровотечение. О, заразили меня, зараза. Заразили меня, зараза. Заразные они люди. Обезболивающие, давай хованем. Есть у меня пока вода. О, у меня до сих пор сердце колотится. Слушай, прикольно, это было реально найсово, мне понравилось. Я так подумал, что... Можно будет встречать зомби-апокалипсис, да? Скажем, на улице. Только для этого нужно будет по полной затариться огнестрелом, да? Плюс аптечки. Аптечки должны быть обязательно. Вот сейчас, как меня могли уже вшатать. Были бы аптечки, я бы вот так вот заюзал бы. Мне, кстати, мало. Вот это сразу можно скушать. Заражение снимем. Ну и что? И все. Подпить чуть-чуть по-быстрому. Я не знаю, ребят. Просто лайкос за такой фейл. Ну как фейл? Я бы мог обратно залезть, но... Тупо не стал. Да и зачем? Кстати, шину надо наложить. Со сломанной ногой.
сильно не побегаешь. Вот, я же говорил, пригодится мне когда-нибудь вот такой вот небольшой склад, который лежит прям под дверью, да? Эк. И там, кстати, новые есть зомби. Вот смотрите, военный приполз, допустим. Откуда он нахрен здесь взялся? Другое дело... Кстати, блондинка, ладно. Блондинка пушечкой будет. Я просто наступил... Господи, ну как это? Наслись, что ли? Так. А, ну все, ребят, я не успел. Блин, какой сейчас прекрасный восход. Смотри, сколько ползучих. Я просто тупо наступил на мертвечинку. Она очень сильно замедляет вас. Куда ты в каске ползешь? А. На, лови. Надо лутать. О, так они продолбили еще. В других местах женщина. Успокойтесь, пожалуйста. А вы, сударь, тоже. А, нормально. Схему принесла. Охотничьего ружья. Давай. А, осталось только лутать. Ну и добивать недобитков. Или просто случайно... за. Вот ты откуда взялся? Толстячок. Блин, ну посмотрите, как это прекрасно выглядит. Офигенная тема. А, лутаем. О, карта сокровищ. Вот то, что доктор прописал. Сокровища я прям обожаю. Пока вы все недоразложились. Так, это что? Сиденье мини-байка? Офигеть, вот в следующей серии я вам, ребят, гарантирую, мы мини-байк построим. Я посмотрел, приблизительно прикинул по запчастям и тому, что у меня есть и чего нет. В принципе, все это я докрафчу, у меня материалов хватит. Так, что ты мне? Патроны принесли. Какие вы мои хорошие. А так, о. Что-то здесь еще есть, я надеюсь. Ну, тухлые бутеры. Две аж лопаты. Офигеть. Ну, вот здесь-то он и раскопал. Что тут? Я не стал брать тухлый бутер, понятно. А. Клево. Да, как только я смогу себе это позволить, мы будем с вами встречать вот такую орду. Бандана, кстати, а у меня... Нет, у меня пободрее будет. Мы сможем встречать все это дело на улице ночью. Я даже ночью смогу бродить. Это будет действительно клево. Это нафиг. Вот это тоже нафиг. Это что? Части пистолета-пулемета. Это пистолет-пулемет-то был. Слушай, а это неплохой шанс полутаться. Смотрите, они много чего принесли-то. Здесь даже кто-то пытался пробиться. Штанишки. Хе-хе-хе. Сплошные шорты. Мне понравился, там какой-то тип был, типелла, с рюкзаком на спине. И вот этот регбист мне тоже очень сильно понравился, смотря. Здесь пытались проломиться, пробить. Вон там труп, я вижу, лежит, но до него я пока что не достаю. И что, с этой стороны, походу, вообще нападений никакого не было. Ну, здесь все целое. Я поэтому, конечно же, сужу. Ох ты, нифига себе. Простите, а... Как вы туда залезли? Так, денежки. Мне это не нравится, то, что они могут по моим вот этим шипам, так скажем, залезть выше. Да, и... Это не прикольно. Самое главное, они не пробили стен, и мне не нужно будет их латать. А шипы вот эти восстановить, это не про... О, еще одна карта. Так. Вот это вот можно, блин, съесть даже нельзя. Хе-хе-хе.
Слушай, хорошо. Ну что ж, ребятки, если вам понравилось, не забудьте поставить лайкосик и подписаться на канал, потому что будет, конечно же, продолжение. А в следующей серии мы обязательно построим байк и скатаемся, наверное, на нем куда-нибудь. Может быть, вернемся в тот же самый город и добьем его, так скажем, да? Прочекая на остатки на наличие лута. С вами был Лисперс. Пока-пока.